Да ладно, все, чего вы расстраиваетесь-то? Раскидаем как-нибудь. Да у меня постоянно проблема на проблема. Хордам хорага креверим, креверим. Пускай что будет, то и будет, я привык уже. У меня проблема 24 на 7. Ладно, что ты, ё-моё. Толпой заварили кашу, толпой будем расхлебывать. Будем толпой закрывать этот кредит, что непонятно. Правильно, Митя? Ну, только меня 5 лет не трогайте. Свои проблемы раскидаю, потом помогу. Меня тоже вообще не тревожьте, пожалуйста. Бастало не. Ну ладно, вы. Ты что грузишься, едет? Уздерго, Челси идет. Хотел деньги поднять. Ты что, придурок, все деньги букмекерской конторе проиграл, что ли? Братан, там коэффициент был 3. Если бы выиграл бы, 600 тысяч выиграл бы. И вот Муран кредит нас кинулся бы, чисто вот по-человечески жизнь. Ой, Кощ, что ты накидываешь, а? Да я тебе серьезно говорю. 1000 тенге не жалко было бы, а ты че, по-братски жизнь? Ах, шо жухта, ё-моё. Добрый день. Мне сказали, Базарбай Едель здесь сидит. А вы из банка? Да, с коллекторского отдела. Вон. А че-то, отдам им языки с недорогого. Кстати, у него вчера деньги были, но эти 200 тысяч он букмекерски проиграл. Ну так, для информации. Да, если что, там под залог можно участок поставить, бабушкин дом и так далее. Если он типа в туалет выходит, это врет он стопудово. Вообще ваш банк не уважает. Можно айфон у него забрать еще. Вообще, а там мисики с ним другу сидели. Здрасте. Здравствуйте.